кадры исторического документального фильма «Современное сражение реконструкторов». Принять участие в таком может каждый. В Лангепасе вновь состоится фестиваль «Таежная застава». За 11 лет он стал местом притяжения любителей старины с разных уголков России. Это уникальная возможность познакомиться с культурой нашего края в период 9-11 веков. Фестиваль «Таежная застава» — это фестиваль исторической реконструкции. На него приезжают реконструкторы, люди, которые воссоздают старинную эпоху. Наш фестиваль посвящен 9-11 веку. Это время, когда только формировалось наше государство, жили славянские племена, они меняли себе религию, развивали свою культуру, то есть различные происходили интересные процессы. Ну и зрителям на нашем фестивале нужно ждать, во-первых, особой атмосферы, потому что наш фестиваль — это неизменно очень необычная, интересная старинная атмосфера. Старинная музыка, старинные танцы, различные виды ремесел, военное дело того периода. Все костюмы реконструкторов, их оружие, утварь выполняются вручную по старинным технологиям. Кроме того, на фестивале приготовят блюда традиционной кухни русского севера. Готовят как сотни лет назад, исключительно на костре и в глиняном котелке. В течение дня участники фестиваля будут развлекать жителей и гостей города. Стрельба из лука, метание копий, традиционные игры под средневековую музыку, показательные выступления бойцов по историческому фехтованию на мечах, топорах и щитах. Все это и многое другое подготовили на фестивале «Таежная застава». Мероприятие будет проходить в Лангепасе. Начало в 12:00. Валерия Ружицкая, Тимур Зигангиров. События.